Тема подготовки квалифицированных специалистов для социально-экономического развития регионов на примере САФО стала главной на заседании межведомственной рабочей группы Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию во главе с депутатом Госдумы Николаем Булаевым. Мне кажется, у университета есть немало сегодня показателей, которые говорят о том, что решения, принятые в свое время о создании Арктического университета, было правильным. Оно, на мой взгляд, даже несколько опередило время, и далее развитие событий показало, что эта тема является для России и очень актуальной, и стратегически важной. Для обмена опытом сотрудничества Арктического университета с работодателями экспертная площадка собрала ректоров и проректоров 10 федеральных университетов, десятки руководителей образовательных учреждений, а также представителей власти и бизнеса. Это очень интересный опыт организационных изменений, потому что каждый университет – это разная модель. Очень интересные какие-то кейсы в каждом университете. Ну и это интерес, когда ты следишь за реализацией программы и видишь результаты этой программы. Это реальная жизнь, реальная деятельность этих университетов, это эксперимент, в котором мы живем. По мнению участников конференции, федеральные вузы должны перейти от создания научной кадровой базы и инфраструктуры к процессу генерирования будущих научных и образовательных идей и продуктов, а также начать максимально содействовать социально-экономическому развитию своих регионов. Импульс этим процессам должно придать развитие сетевого взаимодействия. Наши контакты очень плодотворные, мы совместно работаем по ряду сетевых образовательных программ. Кроме того, мы, в общем, относимся к одному отделению Академии наук, и здесь тоже у нас контакты очень оживленные с участием институтов Академии наук, которые входят в Уральское отделение. И, конечно же, мы достаточно часто бываем друг у друга. На заседании представители власти и бизнеса самых разных регионов страны поднимали вопросы профориентации и трудоустройства выпускников вузов на территории своего города или области. Звездный ребенок, мы его готовим, мы его взращиваем, и этот ребенок уезжает из региона. Вот все необходимо сделать хоть вашему региону, хоть нашему, чтобы вот эти вот маленькие звездочки вырастали и оставались у себя и работали на благо своего родного края. С проблемой оттока молодых специалистов и населения в столичные города сталкиваются обе стороны, как работодатели, так и федеральные университеты. У нас в Якутии... Хотя задача стоит такая – привлечение молодых людей, но, тем не менее, молодые люди стремятся поехать и жить в Москве, Санкт-Петербурге, обучиться в хороших, тем более ЕГЭ сейчас позволяет, хороших вузах. Ну, поэтому добиться, скажем, там 69 баллов, средний показатель, еще сложно для нас. Но, тем не менее, мы берем уже другими показателями. У нас очень хорошее трудоустройство. 100% трудоустройство по специальности. Обсуждение темы подготовки квалифицированных специалистов для социально-экономического развития регионов продолжится и на дальнейших заседаниях рабочей группы. Нам предстоит еще второе обсуждение этой проблемы на площадке в Москве, когда будет участвовать и большее количество университетов, и не только федеральных, а национальные. Будет большее количество работодателей, будут представители других структур, которые анализируют эффективность деятельности образовательных учреждений. И тогда по итогам разговора мы можем понять, готовы ли мы в рамках наших интеллектуальных способностей сделать некие обобщения, которые не стыдно показать президенту. Алексей Макеев, Петр Меньшиков, Артем Юдин, медиа-центр САФО «Арктический мост».